Астрал – это… Вы готовы? Да. От создателей фильмов «Паранормальное явление» и «Пила». Эй, милый. Доброе утро. Да, мы попробуем. Что такое астрал? Не знаю, где он. Но точно не в коме. Астрал – это… Астрал – это… Кроме Далтона в комнате, там было что-то еще. Далтон! Далтон! Я знаю, кто может помочь. Мы произвели замеры абсолютно по всему дому. Проводка, будильники. Я не думаю, что здесь проблема в проводке. Я хочу уйти. Хочу покинуть этот дом. Астрал. Это… Что это? Место их обитания не дом, а ваш сын. Астрал. Во всех кинотеатрах с 31 марта. Мы какое-то время побудем в доме у бабушки. Доброй ночи. Добрый. Нас уже больше ничто не потревожит. Мы вернули сына. Мы снова одна семья. Происходит. Что именно? Скажи нам, чего она хочет? Я слышал голоса в коридоре. Мам, скажи, с папой все в порядке? О. Что бы это ни было, оно преследует мою семью, и оно не оставит нас в покое. Я знаю, что произошло. Я пошел в то место, чтобы вернуть нашего сына, и за мной следовало что-то зловещее. Вон из моей головы! Прямо перед вами кто-то стоит. Он говорит с вами. Что он говорит? У него твой ребенок. У него твой ребенок. У него твой ребенок. У него твой ребенок. Астрал, глава вторая. Моя мама умерла 1.5 года назад. Но иногда мне кажется, будто она рядом. Прошу тебя, ответь мне, мама. Мне нравится парень из соседней квартиры. По-моему, я ему тоже нравлюсь. Ты должна быть очень осторожна, когда зовешь одного умершего. Слышат тебя сразу все. Что со мной происходит? Оно пожирает ее душу
Если не поспешим, оно ее заберет. Я пойду туда, где оно живет. У этого места есть название? Я называю его «Та сторона». Верните ее! Вы говорили, что вернете ее! Это не ты. Я буду ждать во тьме, когда боль наконец-то убьет тебя. Нет! Астрал 3. Боже, он спрыгнул. Он в моей голове. Элис, слушаю. Мне нужна помощь. У меня в доме происходит что-то странное, мне сказали. Вы в этом разбираетесь. А где вы живете? В местечке Без ключей в Нью-Мексико. Этот дом принадлежал нашей семье. Элис. Когда начались эти явления? Сразу, как мы сюда переехали. Я видела призраков раньше, много лет назад. Я тоже их вижу. Но этот совсем другой. Я могу. Отсюда! Будь осторожна. Доверьтесь мне. Элис! Эти явления обычно бывают жуткими. Астрал 4. Последний ключ.